познакомиться с китайской культурой и освоить традиционное боевое искусство. Все это запорожцы могут сделать, придя в парк «Дубовая роща». Там прошла первая тренировка по ушу. На спортивной площадке под открытым небом побывала и наша Анастасия Симова. Чемпион Украины по ушу Юрий Плетей начал заниматься этим видом спорта 15 лет назад. Тогда ему было 50. Говорит, каждая тренировка приносит ему радость. О боевом искусстве Юрий узнал случайно. Был художественный фильм, я увидел, как занимаются люди в парке, делают тайцзи. Мне это очень, в общем, притянуло, понравилось, и я начал об этом думать. И в конце концов мысль, видно, сработала. Нашел эту группу, нашел тренера. Чтобы совершенствовать свои умения, Юрий Плетей регулярно ходит на тренировки. Посещает теперь занятия по ушу и в парке «Дубовая роща». Освоить китайское единоборство может каждый желающий. Вход бесплатный, ограничений в возрасте нет. Такие уроки под открытым небом полезны для всех, говорят тренера. Эти практики способствуют прежде всего восстановлению здоровья, а если оно довольно неплохое, то значительному укреплению. Гармонизация духовного и материального начала является целью практики, чтобы человек мог получить преимущества жизни, которые он только может получить и в материальном плане, и в духовном. Также тренера обучают оружейным практикам. Они делают тело более гибким. Занятия с веером, мечом и саблей учат самообороне и закаляют характер. Мы изучаем формы, это комплекс упражнений, и в каждом элементе заложен боевой аспект. Это не просто движение руками, ногами. Техника ушо одновременно вовлекает в работу множество групп мышц. Кроме этого, развивается пластика, скорость и выносливость. Юрий Плетей говорит, приходить на занятия в Дубовку будет и дальше, ведь тренировка на природе полезнее вдвойне. Анастасия Симова, Анастасия Грицай, телеканал МТМ.